Мы находимся на мемориальном комплексе «Вечный огонь», пламя которого напоминает каждому из нас о доблести, чести, достоинстве, мужестве, силе духа героев Великой войны и Великой победы. Добрый вечер. Мы начинаем наш концерт «Свеча памяти», посвященный трагической дате нападения фашистской Германии на Советский Союз ранним утром 22 июня в 4 часа утра, вероломно вторгшейся в спокойную жизнь и разделив с этого момента историю мира, историю нашей страны на «до» и «после». Расчет на внезапность и отсутствие возможности быть готовым защитить себя, свою страну, своих детей, матерей, стариков не сработал. Великая Родина поднялась и сокрушила врага. Враг не учел историю нашей страны, и в этом была его роковая ошибка. Глядя на фронтовые фотокарточки, мы видим совсем молодых ребят. Еще вчера они были беспечны и наивны, но судьба диктовала свой наказ, и с пожелтевшей карточки на нас глядят несвоевременно повзрослевшие люди, с честью прошедшие выпавший на их долю путь. Кто-то остался там, а кто-то прожил огромную жизнь, и сегодня вместе с нами будет вспоминать будни войны, свой первый бой, друзей, однополчан и радость победы. Спасибо вам,
уважаемые и дорогие сердцу ветераны. Мы чтим, помним и несем священное знамя победы, добытое такой высокой ценой. Не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты. На живых порежели от крови и глины шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя, только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, то долюбим сполна. И напишем, ровесник, такое, что отцами-солдатами будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется, кому-то любить не придется. Ну а кто в 41-м первой пулей сражен, зарыдает ровесница, мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду, солдат, и твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи, тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
Добрый день. Здравствуйте, моя милая семья. Нюра, Миша и Шура. Шлю вам привет. Крепко целую и жму ваши руки несколько раз. Сообщаю. Жив. Жив и здоров. Извините за мое молчание, но верьте, вина не моя. Находился и нахожусь в боях. Пользуясь свободным временем, спешу написать вам. Бои идут непрерывно. Нашу часть перебрасывают с одного участка на другой, туда, где самые сложные операции. Последние дни был в самом пекле. Немец бежит. Эти самовлюбленные бандиты никак не могут примириться с мыслью, что их бьют и гонят. И обосновавшись в крупных городах и селах, они царствуют уверенно нагло. Но стоит прогреметь нашей канонаде, как они бегут. Они стремительно бегут до очередных высот, где укрепляются и дают бой. А мы вышибаем их оттуда огнем нашей батареи. Из деревень и сел они бегут настолько стремительно, что уже не успевают угонять с собой жителей. У них умное командование, но солдаты нет. Это не наши солдаты. Дай им волю, и они будут бежать без оглядки до самой Германии. Они бросают все личные вещи, все награбленное. Наше наступление дает великие плоды. Нюра, ты просишь. Ответь хоть сыну о награждениях. Отвечаю. Награды — это для меня не гордость пока. Но что заслужил, то не отнимешь. Имею медаль за отвагу. И ожидаю еще больше награждения, так как за июльский бой был представлен к правительственной награде. Думаю, орден Красной Звезды. Вот, коротенько на привале, спешу информировать. Желаю вам всего хорошего в вашей жизни. Остаюсь в ожидании ответа ваш муж и папа Петр Павлов. Петр Васильевич Павлов. Кавалер Ордена Славы Третьей степени. Награжден медалями за отвагу и за оборону Москвы. Погиб 26 августа 1944 года у села Кабаляны Краковского воеводства Польша. Точное место захоронения неизвестно. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но
только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем мы, как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша при наката, сосна сгоревшая на дне, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Дни жестоких сражений спасала любовь. Любовь к родине, любовь к матери, к детям и к ней, самой дорогой и ненаглядной, далекой и близкой, одной, единственной, родной. Никогда я не прожил бы жизнь свою так, если бы не ты, Варя. Спасибо тебе, родная. Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые только смотреть да любоваться, они никогда не постареют, не поблекнут. Пройдет время, люди залечат раны, построят новые города, вырастят новые сады, наступит другая жизнь. Другие песни будут петь. Я верю в наше будущее. Оно у нас светлое, молодое и прекрасное, а ты в этом будущем олицетворяешь чистоту и прелесть жизни, делаешь ее очаровательной, вечно юной, звенящей, как веселый ручей, твой Иван, танкист Иван Колосов, 41-й год. Всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. Не подарок так белье собрала, быть может, и чем дольше от нее, то она дороже. И дороже этот час памятный особый, взгляд последний этих глаз, что забудь, попробуй. Обойдись в пути большом, глупой славы ради, без любви, что видел в нем, в том последнем взгляде. Он у каждого из нас самый сокровенный, и бесценен наш запас неприкосновенный. И бестрепетно в лицо, глядя всякой правде, я замолвил бы словцо за любовь. Представьте, как война на жизни шла, сколько ни пахала, но любовь пережила срок ее немалый, и недаром нету, друг, письмеца дороже, чем из тех далеких рук, дорогих, усталых рук в трещинках по коже.
Нет, друзья, любовь жены сотню раз проверьте, на войне сильней войны и, быть может, смерти. И не зря взываю я к женам настоящим жены. Милые друзья, вы пишите чаще. Нет, товарищ, не забудь, на войне жестокой у войны короткий путь, у любви далекий, всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. Смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях над Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой гармоника, пьюги на зло, заплутавшее счастье зови. Землянки тепло от твоей негасимой любви. Землянки тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой.
нет сына, нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она, много лет как кончилась. История следующей песни такова. Мы все знаем, что Сталинград, ныне Волгоград, был стерт с земли, и в послевоенные годы шло его активное восстановление. Именно тогда был брошен клич Лидой Пластиковой, живой истории города, в мирные руки взявшей оружие и бесстрашно сражавшейся с фашистами, въехавшими на танках в родной город. Ее клич прийти на берег Великой реки к Мамаеву кургану всех, у кого есть погибший на войне, а могила родного человека затерялась на полях битв между Волгой и Эльбой. Прийти и посадить деревья за каждого близкого по дереву был услышан.
это были березки. Идя вдоль кургана и читая надписи, поэт Маргарита Агашина остановилась у одной, где на табличке были написаны имена четырех братьев – Иван, Степан, Сергей и Василий Рыкуновы. И таких семей в России много. Молчаливые ветры.
1962 году Роберт Рождественский написал поэму «Реквием», который подписал так: «Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны». Слушайте, это мы говорим, мертвые. Мы. Слушайте, это мы говорим оттуда, из тьмы. Слушайте. Распахните ваши глаза, слушайте до конца. Это мы говорим, мертвые. Стучимся в ваши сердца. Не пугайтесь. Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронеся в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя, мы и землю забыли. А какой она стала, земля? Как там птицы поют на земле без нас? Как черешни цветут на земле без нас? Как белеет река и летят облака над нами без нас? Мы забыли цветы и забыли деревья давно. Нам шагать по земле не дано, никогда не дано. Никого не разбудит оркестра печальная медь. Только самое страшное, даже страшнее, чем смерть, знать, что птицы поют на земле без нас, что черешни цветут на земле без нас, и белеет река, и летят облака над нами без нас. Продолжается жизнь, и опять начинается день. Продолжается жизнь, приближается время дождей. Нарастающий ветер колышет большие хлеба. Это ваша судьба, это общая наша судьба. Так же птицы поют на земле без нас, и черешни цветут на земле без нас, и белеет река, и летят облака над нами без нас. Thank you.
Сложно переоценить подвиг концертных бригад во время войны. Артисты сопровождали советские войска на всем их пути от Москвы до Берлина. Играли и пели перед отправкой на фронт, на сборном пункте, перед боем, который для многих бойцов был последним, в театрах и домах культуры освобожденных городов, знаменуя этим победный триумф советской армии и советской культуры. В госпиталях, поднимая дух раненых солдат, играли до последнего у самой передовой на крыле самолета, в кузове грузовика, во время воя сирены или когда мимо начинали свистеть пули. Выступать приходилось в любых погодных условиях. И в зной, и в мороз, когда от холода сводило пальцы, но артисты все равно надевали свои костюмы и выходили на сооруженную из досок сцену и служили свою службу во имя победы. Но главное, что помнили фронтовые артисты, это горящие глаза своих геройских зрителей, которые не раз говорили, что после таких выступлений они ощущали такой прилив сил и готовность сражаться, что даже наступление проходили лучше. «Услышите о наших победах! Знайте, в них есть и ваша заслуга!» звучала на разных фронтах и в разное время. Неудивительно, что артистам часто не давали уйти добровольцами, призывая выполнять долг на своем тоже очень важном и нужном месте. Так искусство воевало в одном строю, плечом к плечу, рядом со всем народом. Thank you.
Дорогой добрый папенька, пишу тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты будешь читать его, меня в живых уже не будет. И моя просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи, ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала: «Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется назад и вышвырнет вас отсюда вон». Офицер выстрелил в упор. Маме в рот. «Пап, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, глаза мои ввалились, руки худые, похожи на грабли. Когда я кашляю, у меня идет кровь. Мне отбили легкие. Папа, помнишь 2 года назад, когда мне исполнилось 13? Какие хорошие были тогда именины. Ты мне еще тогда сказал: расти, доченька, на радость большой. Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню. А сейчас, пап, взгляну на себя в зеркало. Платье рваное в лоскутках, номер на шее, как у преступницы, сама худая, как скелет, и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет? Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Ходят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают. Да, папа, я работаю на немецкого барона. Работаю у немца Шарлена прачкой. Стираю белье, мою полы. Работаю много, а кушаю 2 раза в день. В корыте вместе с Розой и Кларой, это хозяйские свиньи. Барон сказал: «Рус была и будет свинья». Клару я особенно боюсь. Она очень жадная и один раз чуть не откусила мне палец, когда я полезла за картошкой в корыто. Я живу в дровяном сарае. В комнату мне входить нельзя. Один раз горничная Полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго потом била Юзефу плеткой по спине и по голове. 2 раза я пыталась убежать, но меня находил их дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье, бил ногами, я теряла сознание, меня обливали водой и бросали в подвал. Сегодня я узнала новость. Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой партией немецких невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собой. Нет. Нет, я не поеду в эту 3 раза всеми проклятую Германию. Я решила, что лучше умереть на родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасет меня от жестокого битья. Я не хочу быть рабыней у жестоких немцев, не давших мне жить. Завещаю, папа, отомсти за маму и за меня. Прощай, дорогой папенька. Ухожу умирать. Твоя дочь Катя Сусанина. Мое сердце верит. Письмо дойдет. 12 марта, Лиозна, 1943 год. Yeah!
взрослеют дети. Спасибо жизнь тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо жизнь за то, что этот щедрый век звучал во мне то щедростью, то болью. За шир твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собой. За то, что ты реками с берегов, за каждую весну твою и зиму. Спасибо всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. За слезы и за счастье наяву. За то, что ты жалеть меня не стала. За каждый миг, в котором я живу, но не за тот, в котором перестану. Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу. За прошлую и завтрашнюю силу. За все, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь. Воистину, спасибо! Для всех артистов, принимавших участие сегодня в этом концерте, этот день особенный. Каждый несет с собой в душе свой огонь памяти и благодарности за отданную жизнь, за пример мужества и огромной любви к родине. Совместный проект Государственной филармонии имени Аркадия Новиновича Манджиева и Национального драматического театра имени Батора Басангова «Свеча памяти». В концерте принимали участие заслуженный артист Республики Калмыкия Ачир Такаев, артист Национального театра Дмитрий Селезнев, артист Национального драматического театра Санджи Базыров, солист Калмыцкой филармонии имени Аркадия Новиновича Манджиева Лиджи Даржинов, артист Национального театра Чингис Тюбкинкиев, артистка Национального театра Софья Катышева, заслуженная артистка нашей республики Анна Очкаева. Санжи Пурсяков, артист Национального драматического театра. Государственный хор Республики Калмыкия имени Анатолия Очергоряевича Цыбекова. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Калмыкия Ольга Сердюкова. Ваши аплодисменты. Симфонический оркестр Республики Калмыкия. Ваши аплодисменты. Дирижер, заслуженный деятель искусства Республики Калмыкия Мирген Астинов. Ну и, друзья, автор этого проекта, заслуженная артистка нашей республики Инесса Мискишвили. Уважаемые друзья, сегодня Республика Калмыкия присоединяется также к всероссийской акции «Свеча памяти». Поэтому сейчас, буквально в 21:40, начнется также эта акция, которая будет проходить наверху на вечном огне. Мы приглашаем всех вас присоединиться к этой прекрасной акции. Большое спасибо всем за внимание.